ДИЗО в центре скандала. Бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации области подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По всей видимости, речь идет об Оксане Власенко, которая работала в этой должности до середины июля этого года. По версии следствия, являясь председателем комиссии по закупкам, она за денежное вознаграждение обеспечила победу Московской строительной организации в электронном аукционе на строительство социального объекта по национальному проекту. В результате с организацией был заключен контракт на сумму более 68 миллионов рублей. За это руководство фирма перевело в феврале этого года 1,5 миллиона рублей на счет подконтрольного подозреваемой юрлица. Задержали экс-чиновницу при получении второй части взятки в размере 1 100 000 рублей. Противоправную деятельность зафиксировали в ФСБ. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Фигурантка под подпиской о невыезде.